והיום אנחנו ממשיכים את הנושא שכבר ליאון התחיל אותו. И мы сегодня продолжим. אנחנו מדברים על האיגרת אל הקולוסים. Ту тему, которую начал Леон, мы говорим о послании колоссянам. אנחנו לא מדברים על כל הפרקים שיש פה. Мы не будем говорить про все главы, которые здесь есть. אלא בחרנו פסוקים מסוימים. Мы выбрали определенные стихи. והיום אני רוצה להתרכז על הפסוקים מ-15 עד 20. Я хочу сегодня сосредоточиться на стихах с 15 по 20. Какая глава? Первая глава с 15 по 20 стих. Давайте мы прочитаем сразу на русском. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела общины, он есть начаток первенец из мертвых, дабы ему и во всем иметь первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное. אז הנה כל הפסוקים האלו הם מדברים על העליונותו של המשיח, על התפארת שלו, על הגודל שלו. Все эти стихи говорят про величие, про его славу, про власть Мессии. ולמה זה היה באמת חשוב ששאול התחיל לדבר על זה? И почему это важно, что Шаул начал говорить про это? כי בזמן הקולוסים, בדיוק כמו שיש היום, היו כל מיני אמונות שנכנסו בין האמונה של השליחים וכל אלו שהאמינו בישוע. Потому что в то время, когда писалось это послание колоссянам, были различные учения, которые входили в различные общины, и даже тех, которые верят в Иешуа Мессию. Это כל מיני אמונות גנוסטיות. Были разные, что значит гностиют? Разные верования, течения, которое одно из называлось гностицизм. Маза умер бацем. Что это значит? Для дугма айо каэле ше имину, ше ле Иешуа ло ая ло бафоль гуф, или у ая рак рух. Были такие, которые верили, что у Иешуа он никогда не ходил в физическом теле, а всегда был в духе. Кломар, у тамида я бы рух, ве מה שהם ראו זה איזשהו רק עטיפה. וכלומר, הוא לא היה יכול לסבול על הצלב, הוא לא היה יכול למות. То есть они верили, что даже когда они видели его вроде как призрака, то есть он не мог быть в человеческом теле и не перенес все эти человеческие страдания и не мог пострадать на кресте. כי לאותו עולם, לאותם זמנים, בשביל אדם היה מוזר, שפתאום רוח, משהו כזה קדוש, יכול לבוא בגוף של בן אדם. Потому что в то время человеку казалось невозможно было объяснить, было странным, как святой Бог, святой Дух, что-то святое может одеть на себя человеческую плоть. כי המחשבה שלהם הייתה בדיוק להפך, שהגוף שלנו זה כמו כלא. Потому что их мысль была такова, что наше тело является тюрьмой. И наоборот, дух должен выйти из этой тюрьмы. И только в духовном состоянии, без тела, ты можешь быть свободным и святым. И Иешуа сделал бедюк משהו להפך, אז לכם היה, לכן זה היה מוזר להם. А Иешуа сделал все наоборот, и поэтому им это казалось странным. אז זה אחד מהדוגמאות של האמונות שהיו שם. Это один из примеров таких верований, которые были в то время. היו כאלו שהם האמינו שרק דרך הידע מסוים אתה יכול להתלאות, אתה יכול להעלות את הנפש שלך לרמה גבוהה ותכיר את אלוהים. Некоторые верили, что только через определенный уровень знания ты можешь возвысить свою душу и узнать Бога. כלומר, רק דרך איזשהם מעשים או ידע מידה מסוים אתה יכול להגיע לאלוהים. Только через какие-то определенные поступки, через знания, определенную информацию ты можешь познать Бога. כלומר, לא צריך מישהו שימות בשבילך, יעשה בשבילך מה שאתה יכול לעשות הכל בעצמך. То есть не нужно, чтобы кто-то за тебя умирал, приносил жертву, ты можешь всего достичь сам. אתם מכירים את זה מהיום? Вы знаете сегодня, в наши дни, что есть такие же учения? יש גם היום אמונות כאלו. Сегодня тоже есть такие верования. שאתה צריך להיות חלק אחד
что тебе нужно быть одной частью с энергией этого мира. Тебе нужно внутренне узнать тебя, себя. И тогда ты достигнешь высокого уровня и святости. Ваз, чем мы дубар, мы добрим альзе, а спитом нелям по бихлаль мусак шель хет. И когда говорят об этом, то не говорится о грехе, как о... не говорят о грехе. Тикше акол рухани, ло мы добрим аль хет, эн ло машмаут. Потому что когда все вокруг такое духовное, то не нужно говорить о грехе, в нем нет никакого смысла. Для дугма, эта тнуа казот николаитим. Было движение, которое называлось николаиты. Азэм аю киилу маминим. Они верили. Они говорили, что все, что в духе важно, а все, что делается телом, в этом нет никакого смысла. Поэтому в теле ты можешь делать все, что тебе хочется. Тогда они совершали разные оргии и спали друг с другом. Потом Иешуа в книге Откровения очень серьезно говорит об этом, что он ненавидит это. אז הנה שאול הוא בדיוק כותב לקולוסים כי כל מיני אמונות כאלה התחילו להיכנס. И вот Шауль пишет колоссянам, потому что в общины в колоссах начали заходить различные такие учения. הוא רוצה להראות מי הוא באמת משיח. И он хочет показать им, кто есть Машиах. במי הם באמת האמינו. В кого они на самом деле поверили. ואז בכל השלושה-ארבעה פסוקים האלה הוא מתאר שלושה מצבים. Поэтому в этих трех-четырех местах он описывает несколько состояний. Он описывает, как Иешуа в отношении к Богу, как он, где он стоит в отношении творения и где он стоит в отношении общины. И сейчас мы прочитаем стих за стихом, попытаемся понять. У целим шел Элоим абильти нира бехоль абрия, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. אז קודם כל, הוא צלם של אלוהים. Во-первых, он есть образ Бога. מה זה באמת צלם? מה זה המושג הזה בכלל? Что значит образ? Что это за выражение? אנחנו כששומעים מילה צלם, זה כמו צילום אולי. Мы когда слышим образ, у нас возникает на иврите, конечно, слово однокоренное со словом фотография. אז מה, אני מצלם, ואז פתאום בתמונה אני רואה כאילו את עצמי. То есть я фотографирую себя, и я вижу себя потом на картине. Но здесь написано, что Бог невидим. Невозможно его увидеть. У него нет тела. Возможно, мы читаем в Писаниях, что у него есть руки, у него есть спина. Но это только для того, чтобы понять нам на нашем уровне, чтобы было немного понятно. А на самом деле он невидимый. Так что значит его образ? Кто сотворен по образу и подобию Божьему? Кто помнит? Анахну? איפה כתוב שאנחנו? Где написано, что мы сотворены по образу и подобию Божьему? תראו לי פסוק אחד לפחות. Один хотя бы стих, покажите. מי זה? כתוב שאתה נבראת בצלם ובדמותו? כתוב שאדם ראשון נברא בצלמו ובדמותו. Написано, что первый человек, Адам, был сотворен по образу и подобию Божьему. אדם. Первый человек, Адам. ומה זה בצלם? זה אומר ש... הוא היה סוג של נציג של אלוהים באדמה הזאת. И что значит по образу? Это значит, что он был как бы Божьим представителем на этой земле. וכשמדובר בצלם, זה לא מדובר בגוף. И когда говорится по образу, не обязательно имеется в виду тело. מדובר על משהו אחר. Говорится о чем-то другом. ודווקא פה בפרק 3 יש לנו איזשהו רמז על מה מדובר פה. И в третьей главе у нас есть намек, на что там говорится. בוא נקרא פרק 3 פסוק 10. Прочитаем третью главу, десятый стих. כתוב פה ככה. ולבשתם את האדם החדש, ההולך ומתחדש בדעת לפי צלם בוראו. Написано, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. כלומר, הוא מתחדש בדעת לפי צלם של אלוהים. То есть он обновляется в познании
по образу Бога. כלומר, כשאנחנו מתחדשים באופי שלנו, במחשבה שלנו, אנחנו נהיים דומים לאלוהים. Когда мы обновляемся в наших мыслях и в нашем характере, то мы становимся похожи на Бога. כלומר, האדם הראשון, כשהוא נברא, הוא באמת היה דומה לאלוהים, לאופי שלו, למחשבות טהורות. То есть, когда первый человек был сотворен, он был похож на Бога, на его характер, на его чистые мысли. לרחמים, לחסד. В нем была милость и благодать. אבל אחר כך משהו התקלקל. Но потом что-то испортилось. אבל הוא היה באמת נציג הראשון בדמותו ובצלמו של האלוהים. Он был первый представитель образа и подобия Бога. ודרך אגב, אם אתם תקראו בהמשך בפרק 5 בבראשית, כתוב גם שהיה עוד איש אחד שאדם ברא אותו, לא ברא אותו, אלא כאילו הוא הוליד אותו בדמותו ובצלמו. מי זה היה? Потом, когда в пятой главе вы прочитаете, что был еще один человек, которого родил Адам, и он был по образу и подобию Бога. Адама. Адама. Мы за я? Кто это был? За я Шет. Сиф. А שני אנשים האלו הם היו היחידים שכתוב עליהם בדמותו ובצלמו. Это были два человека, про которых написано по образу и подобию Бога. ודרך אגב, אם אתם לא יודעים, דווקא משת הגיע הדור, ממש כל הדור עד המבול, הם היו דור קדוש. Если вы не знаете, то все поколение Сифа до самого потопа, это было поколение святых людей. ואם אתם תקראו בכל מה שכתוב אחר כך, מי יצא משת ומי יצא מקין, יש להם שמות דומים, אבל הם ממש, זה השוואה בין אלו לבין אלו. Но если вы почитаете, кто произошел от Каина и кто от Сифа, у них были похожие имена, но они... כל הדור של קין הוא היה מקולל. Все поколение Каина было проклято. ואז כל החטאים נכנסו לשם עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק. И потом эти грехи больше входили внутрь. אבל דור של שת, הוא היה דור קדוש. Но поколение Сифа было свято. הם אלו שהיו צדיקים בעולם באותו זמן. Они были те, которые были праведниками на земле в то время. ונוח הוא בדיוק אחד מהם. И Ной один из них. עד למבול הם החזיקו את המעמד, את הבאלנס של העולם. До самого потопа они могли удержать баланс на этой земле. יש כזה מושג ביהדות, שאם יש שני צדיקים, אז... Есть баланс. В иудаизме есть такое понятие, что если есть, существуют два праведника, то есть баланс. ואם פתאום נשאר אחד, אז מגיע איזשהו עונש מאלוהים. Если остается только один, то наказание от Бога приходит. אז עד נוח באמת היה איזשהו баланс כזה. То есть до Ноя был какой-то баланс. ואז כל מי שיצא מדור של שת, הם היו באמת צדיקים, בצלמו ובדמותו של אלוהים. Все, которые вышли из поколения Сифа, они были праведниками. היה להם אופי, по образу и подобию Бога. חסד. У них был характер Божий, любовь и милость. אתם יודעים, אפילו דיברתי בהתחלה על כל מיני אמונות. Я вначале говорил про разные верования. אז אחד מהאמונות שבדיוק היה בזמן של קולוסים, שישוע הוא היה... כאילו שת שקם מחדש. Одно из верований, которое было во время Колоссян, то, что Иешуа, он Сиф, который заново родился. זה היה אמונה שלהם. הם חשבו שזה שת שחזר. Это была их вера. Они думали, что это Сиф, который заново родился. אבל באמת, Иешуа פה מסופר עליו שהוא באמת צלם אמיתי. Но про Иешуа говорится, что он истинный образ Бога. כלומר, הוא נציג האמיתי שיכול להראות לנו מי זה אלוהים? Он истинный представитель, который может показать нам, кто есть Бог. ולא סתם כשהוא הראה את עצמו לתלמידים שלו. И не просто так, когда он показал себя своим ученикам. אתם זוכרים, הם שאלו, בוא תראה לנו את אלוהים, מספיק כבר, תראה לנו. Помните, они сказали ему, покажи нам Бога. והוא אומר פשוט מאוד, מי שראה אותי, ראה את האלוהים. И он сказал очень просто, тот, кто видел меня, видел отца моего. לא בגוף. Не в теле. אלא בהבנה. А в понимании, באהבה, в любви, באופי, במעשים, в характере и в делах. הוא הגיע להראות לנו את האופי של אלוהים. Он пришел, чтобы показать нам характер Бога. ואת האהבה שלו. И его любовь. זה צלם של אלוהים. Это и есть образ Бога. ומה שכתוב פה, אלוהים אומר שאני רוצה שאתם גם תתחדשו בהבנות האלו, שאתם תהיו צלם שלי בעולם הזה. И то, что здесь написано, что я хочу, чтобы вы обновились
в понимании, чтобы вы также стали образом Бога в этом мире. И когда мы больше приближаемся к Нему, мы можем больше обновляться. И тогда мы действительно становимся настоящим образом Бога. Потом написано, что Он первенец из рожденных. Пасук Хамешестре, Перекехат. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Катув, поше, килу, нолад, решен, лифне, коль. То есть он первый, рожден самый первый, прежде всякого творения. Зема, ше, катув, по берусит. То, что здесь написано на русском. Ваз арбе нашим, кше корим, это займом рим, окей, маза омер, ма у брия. Тогда многие люди, когда читают это, говорят, так что это значит? Он тоже сотворен? Ваадайом еша нашим, ше маменим, ше килу, Иешуа о брия. И есть сегодня люди, которые верят, что Иешуа — это также творение. Есть айом арбе анашим, ше маменим, ше улай у эзешу малах, улай у мишу, ше у бемет невра. Некоторые люди думают, что он какой-то особенный ангел, но он тот, кого сотворил Бог. Есть кэлю, ше умрим, ше у бихлал рак адам пашут везеу, ве эн ла шум руханиют. Некоторые говорят, что он просто человек, и нет в нем никакой духовности. Авал ма ше катув по, катув, ше у бахор, коль брия. Но здесь написано, что он бахор. Перворожденный. Первенец. Первенец. Велебахор есть ло машмаут арбе йотер амука верахава. У первенца есть намного более серьезная и широкая широкий смысл. Когда мы стаклим аля ктовим, анахну холим лерот, че бемет бахор зе хол леот мишин олад решен. И когда мы смотрим на Писание, то мы видим, что первенец — это тот, кто первый рожденный. Кодем кол анахну идим бемет аль Иешуа, шо оя бахор. И, во-первых, мы знаем про Иешуа, что он был первенец. Бахор, ше Мирьям ялда ото, оя решен. Вен бау ваасу ло брит миля. Первый, который родила его мама Мирьям. Потом он родился, ему сделали обрезание. Вемасу пидьона бен. И они сделали выкуп первенца. А коли фе мецво, то я бахор. Все сделали, как по заповеди, он был первенцем. Аваль ледугма, кшанахну мистаклим, аль бесефер шимот, катув, шейлоим омер, аль ам Исраэль, омер, ата бахор шели. И когда мы смотрим в книге Исхода, Бог говорит про народ Израиля, что Израиль его первенец. Клумар, אנחנו רואים איזשהו הבנה טיפה שונה על הבחורות. То есть мы видим какое-то другое понимание про первенство. כלומר, הוא גם איזשהו נציג. То есть он тоже какой-то представитель. והוא מישהו שקרוב מאוד. И кто-то, кто очень близок. כי כשהיה מדובר על בחור בפועל, זה כששמים אליך אחריות מסוימת. Потому что первенец — это тот, кто несет на себе определенную ответственность. שהיה צריך לדאוג לכל השאר מבחינת אמונה, מבחינת הרוחניות, заботиться о других в своем семействе и об их духовном состоянии и вере. שהיה צריך להראות את אלוהים לכל השאר. Который должен показывать Бога другим людям. זה הבחור. Это первенец. ובתהילים, בפרק 28, в псалмах, в 88-м псалме написано. Весь псалом говорит про царя Давида. И тогда он говорит: ты мой первенец. Я сегодня делаю тебя своим первенцем. И я тебя ставлю выше всех ангелов. Я хочу прочитать. זה פסוק 28. 88 на русском? כן. Стих 28. כן, בוא נקרא. הצד? Читай. Я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. Окей, מספיק. כלומר, הוא אומר, מי זה היה דוד? הוא היה בחור? Кто был Давид? Он был первенцем? לא, היה בן הכי אחרון שאפילו לא רצו להביא אותו לפני ששמואל הגיע. Он не был первенцем, он был самым младшим, которого даже не хотели приводить, когда пришел пророк Самуил. שזלזלו בו בכלל. Они пренебрегли им. אבל הנה אלוהים אומר,
у бахор шели, не усе ото бахор, вани сам ото миаль кола малахим. Но Бог говорит, он мой первенец, я делаю его своим первенцем и ставлю его превыше всех царей. Ваз ини, по бедюк, анахну матхелим лавин, это машмаут шель бахор шель кола брия. И здесь мы начинаем понимать, что значит первенец над всем творением. Клумар, у бемет решен, что есть статус меод меод гавуа. Он первый, у которого есть высокий статус. Что у ахраи аль кулям. Он ответственен за всех. Узе, что бемет нацик шель Элоим. Он тот, который является Божьим представителем. Вашне дварим элю целим ве бахор, эм мамаш олхим бияхан. И тогда все эти две вещи, образ и первенец, и идут вместе. Нахну идем, что Иешуа угам Исраэль аамити. Мы знаем, что Иешуа есть истинный Израиль. И он может быть первенцем. Аз зе нахну мы виним, кше медубар аль бахор, ло медубар аль зе, шо он невра. И когда мы говорим о первенце, мы понимаем, что это не говорится о том, что он был создан. Эле медубар аль абэмет аля статус шело. Но говорится о его статусе. Окей, не мамших. Я продолжаю. Кен бо невра, кол ашер бешамаем, ве ашер беарец, маше нера, ве маше бильти нера. Гам кисаот ве решуйот, гам мемшалот ве шельтонот. А кол невра бэм цаото ве лимаано. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано. Аз ини, бо невра, кол ашер бешамаем, ве гам беарец. Написано, что им создано все, что на небе и на земле. Маза омер, ше кол невра бо. Что значит, что им создано все? Ини пам шавра Ицхак цат дибер аль зе. В прошлый раз Исаак немного говорил об этом. У дибер, ше Иешуа за двар Элоим. Он говорил, что Иешуа это слово Божье. Бе Йохана нахну корим, ше ини адавар, а я эцель Элоим, ва я Элоим, ва адавар не я басар. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что слово было у Бога, и слово было Бог. Кломар, двар Элоим, логос, мимра, зе Иешуа Машиах. То есть слово Божье это и есть Машиах Иешуа. Ва коль бемет невра, бе кше Элоим дибер. И все создано было, когда Бог говорил свое слово. Афилу бе ядут никшавше кол абрия и ноцра бе дибур шель Элоим. Даже асерет адиброт, раклот диброт или дибурим. В иудаизме верят, что все сотворенное было сотворено, когда Бог говорил. И 10 заповедей созвучно 10 изречений. С 10 изречениями. Кумар Элоим амар, вы не я машу. Бог сказал, и что-то было сотворено. Ва ине, я нахну роим по, ше Иешуа, двар шель Элоим, у бемет, у зе, ше боре эт коль. И мы верим, что Иешуа это, видим, что написано, что Иешуа это Божье слово, и он создает все, что создано. В мене, нахну, бемет, ло медабрим арбе, ве Шаул ло медабер по арбе, аль маше невра бешамаем. И здесь Шаул беарец. Не говорит много о том, что было создано на земле. Ки анахну роим эт коль зе. Потому что мы все это видим. Аваль по у кцат мефарет, кше у медабер Бильти нера, ве маше невра бешамаем. Но он говорит невидимое и то, что было на земле, на небе. Векшанахну корим по кисаот, ве решуйот, ве гам мемшалот, ве шельтонот. И когда мы читаем престолы, господство, начальство, власти. Коль зе зе медубар аля дварим руханиим. Здесь говорится про духовные вещи. Ве эхад ме эмунот, шаю, ше нехнесу леколосим. И одна из верований, которая зашла в Колоссянам. Эм гам яду лишь тахавот леколь мине малахим. Они поклонялись разным ангелам. Ваю хелек элю ше итхилу лаамин ше улай Иешуа у эхад меа малахима элю. И были те, которые верили, что Иешуа один из этих ангелов. Ваеш коль мине рамот шель малахим. И есть разные уровни ангелов. Вимаше метуар по кисаот, вамимшалот, вашельтонот, зе бемет амаамад шель амалахим шоним. И что здесь написано, престол или начальство власти, это разные уровни ангелов. Тем зохрим шаул бепсуким ахирим нирали беромим омер, ша мелхама шелану ило негед аулам азе. Вы помните, что в другом послании, по-моему, к римлянам, Павел пишет, что наша брань не против крови и плоти в этом мире. Или негед амимшалот, вакисаот, вашельтонот. Но против начальств, властей, это в Ефесянам, по-моему, написано. Улай. Аз забедюко там мелим. Томар негид уляма рухани. Здесь написано против духовного мира.
Возможно, Шауль, мы насели асбир ле колосим, великоль мише корает зе. И то, что Шауль пытается объяснить колоссянам и всем, кто это читает, шели Ишуа ешло мамад арбею тергадоль ме амалахим. Что у Ишуа есть статус намного более высокий, чем у других ангелов. Шефилу кола малахим ахи гдолим, вахи гвуим, вахи мекуравим ле Элоим. Что даже самые высокие ангелы, самые большие и близкие Богу, все они были созданы Богом. Аль-Яде Иешуа. Иешуа. Ло рак аль-Ядо, эле гам ле-маано. Не только им созданы, но и для Него. Ки у нациг шель кулам. Потому что Он представитель всех. Ве коля брия азот. И вся, все это творение, маши бешамаем, ве маши баарец, то, зе аколь нуцар ле маано. Все, что на небе и на земле было, ими для Него создано. Зе каше кцат ля, лявин, мазе ле маано. Немного сложно понять, почему, что значит для Него. Рей, Элоим яда, мелех атхила, шаю малахим, шеитнагду, шеиплю. Бог знал с самого начала, что будут те ангелы, которые восстанут против Него и станут падшими. Шеем айом. Итнагду ле анашим маминим, которые сегодня будут противостоять верующим людям. Аваль коль зе леман тиферет шель Иешуа Машиах. Но все это было создано для славы Мессии Иешуа. Ки ахар ках анахну корим, потом мы читаем, шеколя гдуля азот шель малахим, что все это величие ангелов, эт коля хошех азе, вся эта тьма, ки еш малахим шель хошех некра лаим ка, потому что есть ангелы тьмы. Кулям יבואו וישתחוו לפניו. Все будут поклоняться ему. ואז חשוב היה להגיד שישוע הוא מעל הכל. И мне важно сказать, что Иешуа выше всех. נברא באמצעותו ולמענו, והוא קודם לכל, והכל קיים בו. Все имя для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. הכל קיים בו. Все существует через него. כלומר, הוא Омакор, что коля улама за одайн каям. То есть он источник того, что весь этот мир держит в себе. Омакор, что одайн малахим каямим, выше анашим каямим. Он источник, который держит в себе ангелов и людей. Шашемиш оля вагешем йорен. И он источник того, что восходит солнце и падает дождь. Рак тинасу лявин это гдуля шело. Только представьте понять его величие. Тинасу лявин бемет беми анахну маминим. Попытайтесь понять, в кого мы верим. А колька ям бо. Все существует им. Зе Машиах шелану. Это наш Мессия. Шу мяля коль. Который превыше всего. Они мамших ликро. Я продолжаю читать. У арош шеля гуф, клома шеля кииля. И он есть глава общины, начаток. הנה אנחנו דיברנו איך הוא כלפי אלוהים, בחור. Мы поговорили о нем, кто он в отношении к Богу, то есть он первенец. Целем של אלוהים. И образ Бога. דיברנו איך הוא כלפי בריאה. И мы поговорили, где он стоит в отношении творения. שהוא באמת מקור של הכל. Что он действительно источник всего. ועכשיו אנחנו מדברים על קהילה. И сейчас мы говорим про общину. וזה כנראה הדבר הכי חשוב כלפינו. И это самое важное, что относится к нам. הוא ראש של קהילה. Он есть глава общины. אנחנו תמיד יודעים שאנחנו גוף של המשיח. Мы знаем, что мы есть тело Мессии. וכשאתה מסתכל על הגוף, יש ראש, נכון? יש ידיים, רגליים. И когда ты смотришь на тело, ты видишь голову, ноги, руки. והראש זה זה שקובע הכל, שמדריך אותך. И голова, это то, в голове у тебя, голова ведет, то есть голова решает, что ты будешь делать. זה מה שנותן פקודות לכל הגוף. Голова дает приказы всему телу. אם חלק אחד בגוף לא עובד, если одна часть тела не работает, אז אתה נכה. То ты инвалид. אז אלוהים רוצה שכל הגוף שלו יעבוד. И Бог хочет, чтобы его тело полностью работало. И тело может работать, когда голова знает, что она хочет. И написано, что он есть глава общины. И вопрос к нам, действительно ли мы понимаем, что он наша голова? Сегодня в самом начале мы пели песню. שהכרזנו את המילים לך הכל ישוע כל תוכניות שלי
Мы провозглашали такую песню, что все тебе, Иешуа, мои планы, мои желания, все мои мысли. Действительно ли это так? А ему бемет решен бахор гам бишвили, а ему роша ля кейла? Действительно ли он первенец и глава для меня во всей моей жизни? А им они бихлаль хошев ма рош роце, ма у роце? Действительно ли я думаю о том, что хочет голова, что хочет он? Или я только строю свои планы. Возможно, моя голова разделена. Это мои планы, это его планы. И для его планов мы оставляем такое маленькое место. Каково наше положение? Потому что глава есть лидер всего тела. Он хочет, чтобы мы не выполняли и он хочет, чтобы мы исполняли то, что он хочет. Вся третья глава говорит, что мы живем в теле. Для него. Мы умерли для нашего старого человека. И мы воскресли из мертвых с Мессией Иешуа, чтобы жить для Бога. Я хочу спросить вас и подумайте об этом. А им Иешуа у рош шеля кейла, а им у рош шели? Действительно ли Иешуа глава общины или он мой глава? А им они хай лифи рационот шело оло? Живу ли я для его желаний или нет? У арашит бехор ми бейна метим, лима не е решен бехоль. Он есть глава общины, начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Бехоль у роце льет решен. Во всем он хочет быть первым. А им у решен бехаим шели. Действительно ли он первый в моей жизни? А им они хошев алав, кшани торарти. Думаю ли я о нем, когда я просыпаюсь? Кама зман ани нотен лэлоим бехаим шели. Сколько времени я даю Богу в моей жизни? А им они митхадеш бедвар элоим, где льет целим шело. Обновляюсь ли я в его слове, чтобы быть его образом? Зе шела леколь эхад меэтану. Это вопрос для каждого из нас. А им у решен бехоль. Является ли он первым во всем? Ки каха элоим роце. Потому что так хочет Бог. А шела им они роце энзе. И вопрос в том, хочу ли я этого. Написано, что он первенец, он первый восстал из мертвых. Первенец из умерших. Мы на прошлой неделе в Шавуот немного говорили об этом. Были многие люди, которые воскресли из мертвых. И сегодня тоже есть люди, которые воскрешаются из мертвых, но потом они умирают заново. Но он первый, кто воскрес и живет по сегодняшний день. И только из-за него у нас есть это право и обещание от Бога. Когда все евреи во всех синагогах по утрам молятся, и они провозглашают такие слова: ты верен к покоившимся вам прахи. И что ты воскресишь их в один день. Без Иешуа это было бы невозможно. Вся вера народа Израиля основана на том, что Иешуа воскрес из мертвых. Возможно, они не понимают этого. Но только из-за того, что он сделал, у нас есть это право. И это обещание Бога. Потому что он показал нам. Он был первенец. И также мы в один день воскреснем с ним вместе. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собой все. Лирацот эт аколь. Примирить все. Там видим, за ехада дворима хашувим. Это одно из очень важных вещей. К
Кшехет нихнас леулам. Когда грех вошел в мир, аз лорак адам ния хоте. Не только человек начал грешить. Эле ашпа эта меод гдола. Но влияние было очень большое. Ашпа эта аля улам ахай. Влияние было на аля хайот. Весь живой мир, на животных. Ашпа эта аля арец ацма. И на всю землю. Ми шават бхаклаут у юдея кама каше лигадель. Кто работал в сельском хозяйстве, он знает, как трудно что-то выращивать. Потому что всегда есть какие-то иголки. И влияние греха было на всем мире. Аль-малахим, на ангелах. Аля-адама, аля-хайот, валя-анашим. На людях, на животных. Вазыны, аль-ядей ишуа, Илоим роце лирацот. לעשות שלום בין כל הדברים האלו. И вот через Иешуа Бог хочет примирить весь мир. Рак דרך Иешуа העולם יכול לקבל תיקון. Только через Иешуа мир может пережить это исправление. שאדמה תשתנה. Чтобы изменилась земля. עולם החי ישתנה. Чтобы живой мир изменился. ואנשים ישתנו. И чтобы люди изменились. על מלאכים לא מדובר פה. Про ангелов здесь не написано. И כתוב שהוא שומר אותם ליום הדין. Написано, что он хранит их на день суда. ויחד איתם הוא שומר כל אלה שלא קיבלו את החסד שלו. И вместе с ними он хранит всех, которые не получили его благодать. שסרבו לקבל את מתנת אלוהים, את ישוע המשיח. Которые отказались получить Божий дар в Мессии Иешуа. אבל דרך ישוע. Но через Иешуа. יש לנו שלום אמיתי עם אלוהים. У нас есть истинный мир с Богом. והשלום הזה הוא מתחיל כבר כאן בארץ. И этот мир начинается уже здесь, в нашей стране. ואם אתה מקבל את מלך המלכים. И если ты принимаешь царя царей. את ישוע, שהוא בחור של הכל. Иешуа, который есть первенец над всем. אתה מקבל סליחה. Ты получаешь прощение. כי אתה מקבל שלום בדמו על הצלב. Потому זה פסוקים האחרונים, פסוק 20. В 20 стихе написано, что ты в нем умиротворяешься через него, через его крест. דרך הדם שנשפך על הצלב. Через ту кровь, которая пролилась на кресте. אנחנו נכנסים לשלום, לברית החדשה. Мы заходим в мир, мы заходим в Новый Завет. כשאלוהים נפתח לנו בצורה אחרת. Когда Бог открывается нам другим образом. כשאנחנו מתחילים להכיר את ישוע. Когда мы начинаем познавать Иешуа. כשאנחנו מתחילים להכיר את הגדולה של אלוהים, את האופי שלו. Когда мы начинаем познавать Божий характер и Божье величие. דרך דם הנשפך. Через пролитую кровь. המחיר הוא גבוה. Очень высокая цена. אבל אתה לא שילמת. Но ты ее не платил. מישהו עשה את זה בשבילך. Кто-то заплатил ее за тебя. אלוהים שילם מחיר גבוה בגלל שהוא אוהב אותך. Бог заплатил величайшую цену, потому что он любит тебя. כי הוא רוצה לשנות אותך. Потому что он хочет изменить тебя. הוא רוצה לשקם אותך. И хочет восстановить тебя. הוא רוצה לתת לך שלום אמיתי. И хочет дать тебе истинный мир. אני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. אבא, אנחנו מודים לך עבור ישוע משיח. Отец, мы благодарим тебя за Мессию Иешуа. הוא פשוט גדול ונפלא. Он великий и чудесный. שאנחנו מאוד קשה לנו להכניס את זה לראש שלנו. И очень сложно нам вместить это в нашу голову. שהוא есть מקור של כל הבריאה. Что он источник всего творения. וכל מלואו שלך נמצאת בו. И вся твоя полнота находится в нем. הללויה. נתת לנו משהו גדול, אבא. Ты дал нам что-то великое, отец. והוא שפך את דמו. И он пролил свою кровь ради нас. אני מבקש, אבא, תסלח לי. Я молю тебя, отец, прости меня. תחדש את ימי. И обнови мои дни. תעזור לי להכיר את ישוע יותר. И помоги мне больше познать Иешуа. אני מודה לך, אבל благодарю דמו тебя הנשפח. За пролитую им кровь. תיכנס ללבי ותמלא אותי ברוח שלך. Войди в мое сердце и наполни меня твоим духом. כי אני יודע שאתה אוהב אותי. Потому что я знаю, что ты любишь меня. תעזור לי להתחדש בהבנה מי אתה. Помоги мне обновиться в понимании, кто ты. שאני אהיה צלם. Чтобы я был образ. שלך. Была твоим образом.
Что мы были твоими представителями здесь, в земле. И чтобы, когда смотрели на нас, знали тебя. Чтобы видели твою славу. Благодарим тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.